Объезжаем, езжай. Это тротуар. Это тротуар. Это пешеходная зона. На, почитай. Что почитать? Почитай. Подпись начальника милиции. Мне разрешается. Спецавтомобиль обслуживает аптеки. Вот это что? Надо ездить по тротуару. Надо ездить по тротуару. Как мне проехать на аптеку? Вот. Объезжать вот так. Объезжать. Я поехал сюда, тут перекрыто. Вон там перед светофором поворот. Вот так вот объезжается и мне здесь ехать, и выезжает. Туда. Ну так а я при чем? У меня разрешение имеется, ездить по тротуару. Это бумажка только подтереться. Слышишь, отойди. Отойди. Назад, назад. Отойдите. Назад, пожалуйста. Назад. Неадекватный или что? По-моему, это ты неадекватный. Отойди, тебе говорят, с дорогой. Это не дорога, это тротуар. Я еще раз говорю. Здесь тротуар, я тебе показал разрешение. Здесь дети ходят, здесь люди ходят. Я аккуратно еду 3 километра в час. Это не означает, что надо ездить по тротуару. Я еще раз говорю. Неадекватный. Ну кто? Кто в этой ситуации неадекватен? Едь, 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 давай, давай, давай. Давай, давай. Продолжение следует...